Слышал, да? Как относитесь? Положительно отношусь. Вы сами попадаете в нее? Нет, я не попадаю, наверное, по третью волну попадаюсь, и будет третья волна. Мне 48. Вы же понимаете, что, в принципе, можно это быстро поставить? Ну, родину надо защищать. От кого? Ну, как от кого? От нацистов. На нас разве нападают? Ну, тут все понятно, девушка. Вы говорите не о том. Все прекрасно, все понятно. Ну, не нападает, да. Мы защищаем свой народ на Донбассе. То есть вы пойдете, если призовут? С большим удовольствием. Нет, политики я не разбираюсь. Но это не политика, оно всех касается. Касается всех это. Защищать надо страну. Я не подхожу уже по возрасту. По возрасту, да. 58 вчера исполнилось. А пошли бы, если бы подходили? Я думаю, что да. Почему? Президент об этом все сказал.